Ну, в общем, вот там базар был с праворукими машинами. Этот, видимо, будет у нас слева, с левым рулем. Вот уже тут стоят в ряд новые машины. И отсюда уже вижу, что Kia с левым рулем идет. Что там у нас? Prado тоже с левым. Ну вот, видимо, уже базар с машинами, которые как бы проходят в Казахстан, потому что в Казахстане праворукие машины запрещено возить. Вот отсюда вижу ID4 стоят и ID6. Сейчас посмотрим. Вот получается у нас тут Volkswagen'ы, электрички. Наверное, принадлежат тому салону. Сейчас зайду, спрошу. Так, вот зашел в салон. Тут у нас 5 ID4, e-tron, Land Cruiser. Камри. Как они вылазили отсюда в этот впритык машины ставят. По ценам. Audi e-tron. Полная комплектация будет стоить 215 тысяч дирхам. Ну, как бы простая, не топовая комплектация будет 207 тысяч дирхам. Так, Volkswagen ID4 133 тысячи дирхам. ID6, там где-то он там стоит, не буду отдельно к нему ходить. ID6 будет 148 тысяч дирхам. Toyota Camry, значит, гибрид будет 113 тысяч дирхам стоить. На бензине 109 тысяч дирхам. Lexus ES гибрид будет стоить 192 тысячи дирхам. Hyundai Santa Fe 3.5 объем, на бензине 132 тысячи дирхам. Ну и Hyundai Tucson объем двойка, бензин 82 тысячи дирхам будет стоить. Нет, я ошибался, вот тут тоже с правым рулем машины. Кстати, там может есть у нас праворукая электричка. Узнаем хоть точную стоимость. Нету, да? Вот Рено, тоже электричка. ЗЕ. Рено ЗЕ, по-моему, называется. Ну да, вон написано ЗЕ. Ну, конечно, это гробик на колесах. О, так тут много электричек. Вот Чанган, Бен-Бен, Е-Стар стоит, вижу. Айдишки стоят. Здесь он стоит, тут вон стоит Айди. Так, но тут по цене и не подскажет, наверное. Никто, никого нет. Вот Чанган, Бен-Бен, Е-Стар, вот салон. Полная комплектация, она, по-моему, пробегает у нас 300 километров. Вот такая маленькая машинка. Так, вот Volkswagen Боры тут стоят, но они не электрические. Mitsubishi, Toyota. Вот Dayun. Какая-то маленькая машинка. Даже ничего не могу про нее сказать, потому что как бы первый раз ее вижу. Вот Renault ZE. Там ID4. Но ID4 прям много здесь стоит. В общем, узнал цены у сотрудников. Значит, вот эта машина Dayun будет стоить на экспорт 30 тысяч. ID4 будет стоить 133 тысячи дирхам. Вот Audi e-tron. Получается у нас 208 тысяч тоже на экспорт. Бен-Бен Е-Стар стоит 53 тысячи дирхам на экспорт. Вышел хозяин этого, ну не хозяин, может партнер, MyWay,
оказался человек с Узбекистана, знает русский, поговорили. Они занимаются пока вот только продажей ID 4, ID 6. У них даже здесь стоят вот зарядки для электромобилей 2. Получается, у нас зарядки GBT-EC, GBT-DC. Получается, зарядные порты китайские. Вот тут проехала ID 4 электричка. По базару ездит. Так, друг просил узнать, сколько будет стоить RAV4 в Эмиратах. Сейчас посмотрим. О, Теслы. Вот тоже сейчас узнаем, что почем. Причем тут их много. Ну, что-то все темного цвета почему-то. Это я удачно зашел. Ну, айдишки тут тоже продаются. Но мы спросим про Теслы. Значит, у нас все машины одномоторные, с задним приводом. Model 3, Tesla Model 3 стоит у нас 175 тысяч. Model Y 180 тысяч. Тоже одномоторный задний привод. Ну вот так. Конечно, у Теслы минимализм полный. Никаких кнопок, ничего нет. RAV4 будет стоить 120 тысяч дирхам. Это у нас стандартная, там не топовая версия, простая версия. Вот, видимо, автосалон целенаправленно на Сузуки. Прям все там, одни Сузуки только. Shift какой-то. Suzuki Shift. Даже выбора моделей нет. Не то что брендов. Тут познакомился с русскоязычными людьми в автосалоне. Оказывается, те машины, вот где праворульки стояли, где этот аукционы были, этот базар. В основном африканцы там закупают, и в Африку уходят эти машины. Ну, как бы больше никто там и не закупается. Не знаю, когда уже закончится этот базар. Land Cruiser тут. А не Toyota в этом салоне. И вот там дальше тоже все это. Салоны, все машины продают. Зашел на стоянку, тут вот тоже все вот это там, сколько этажей, все продажи автомобилей. Вот нарвался на такую раритетную машину. Все запылено там. О, Renault Zoe тут стоит, тоже пылятся, стоят. В общем, поднялся я на парковку вот эту, просто хотел сверху заснять масштабы базара города Дубай. Это вот с той стороны я начинал идти, вот где вот шатер коричневый, это с той стороны я вот. Вот, и дошел вот до сюда. Сейчас посмотрим, что там. С той стороны тоже базар или нет. Но сама парковка тоже полностью заполнена автомобилями. Сколько этажей там, по-моему, 4 или 5 этажей она. Вот, вот сам город Дубай. Ну, здесь автосалоны. Тоже неизвестно там, где это все заканчивается. Машин дофигища. Выбора тоже очень много. На любой вкус и цвет, в общем. Ну, вот так вот. Всем удачи. До свидания.
next stop is Russell Hall, Newcastle 1.